Ты еще постель туда возьми, матрас. Холодно будет, зимой все равно не будет. Это я себе покупала вообще-то. Я всегда покупала здесь сгущенку, смотрите. У нас в Швейцарии сгущенку не продают. Вот, такие вот разные. Золотые, фиолетовые и голубенькие. О, смотрите, кто у меня тут скачет дома. А? Это кто в садик не захотел идти? Деловой. Сегодня ни в какую. Утром проснулись. Не хочу и все, не пойду. Ну, позвонили в садик, сказали, что если что, может, придет попозже. Но вот пока не знаю, не могу никак уговорить. Утром истерика, слезы, не хочу идти, не пойду. Вот такое бывает. Настроения нет, поэтому посмотрим. Не знаю, сейчас время 10 часов. У меня тут уборка, стирка, как обычно. Бойка очень сильно лезет, очень сильно. И, в общем, запустила я дружка нашего. Иначе я буду только свое время тратить на подметание пола. А у меня еще вон белье разбирать надо, у меня стирка. Пойдем в садик. Пойдем. Иди одевайся. Пошли. О, все. Я пока буду загружать стирку. У меня сегодня стирка. День стирки. Целых три. Белое, цветное, черное. Ждет меня моя работа. Перебирать одежду. Так, все теперь. Теперь эти все кучки мне нужно раскидать по полочкам. Давно, кстати, не прыгали на батуте. Вообще что-то про него забыли. Может, его убрать? Его нужно будет зимой убрать. Футболку заправь, чтобы она не задиралась. Потому что холодно будет, зимой все равно не будет. Нет, нет, просто там в школе есть. Все, в школе есть. Все, пошли белье вешать. Я не знаю, папа приедет, посмотрим. Может быть, поедем в Германию за продуктами. Мы давно уже не ездили, уже, наверное, где-то год. Раньше каждый месяц ездили. Ну, давай, раскрывай. Не знаю. Сюда? Ну, да, поверни вот так вот. Угу. Не, носочки вон туда вешай, а вот это большое вот сюда уже. Ты смотри, какая она маленькая. И это я себе покупала вообще-то. Себе покупала. Не, какой размер здесь? Это XS. А, XS. Посмотрите, какая она маленькая. Вообще прям. После стирки вообще маленькая. Она потом растягивается. Угу. Ксюнечка прибежала. Мозольку натерла. А зачем ты без носок? Нужно с носками обувать. Чипит. Иди помаш. Пока чего? Я сюда дошла, знаешь, как долго? Знаешь, чего как долго? Больно ходить. Надо было разуться и босиком идти. Поднаигралась? Ну, вы пошли в школу, там были мальчики. Так, оставь. Они... Потом мы пошли к ней туда, где-то там назад, там у них тоже где-то есть. А, там занят был стол. Там мальчики всегда. Там всегда и... занято. Да. Все, готово? Поехали. Я не знаю, если не взять книжку, чтобы рисовать. Возьми. Будем ехать час. Смотри, где-то. Смотри, она отвалилась. Она отваливается. Это, потому что листы, они же отрываются. Да. Угу. Ну, ничего страшного. Поехали мы в Германию. Маргарита остается дома, не хочет она ехать. Поедем, Ксюша, Каролина и Макс. Мама, я вот это возьму, это для попы. Там не это... холодно. Ну просто ты, вот ты еще постель туда возьми, матрас. И пингвина. Да, все возьми. Давай возьми. Нам место нужно, чтобы продукты складывать. Она берет одеяло, подушку. Я же буду впереди. Угу. Ладно, а все, поехали. Штука, чтобы Маргош, давай. Пока. У Маргариты есть задание. Помыть посуду. А? Все, пока. На улицу долго не гуляй. Поехали мы. Я хотела книжку взять, но мне было плохо. И Боньку не забудь выгулить.
Я, наверное, с ней пойду гулять. Давай. Мы уже в магазине. Пришлось одеть маски, потому что здесь это обязательно. Ксюше не нравится. Так. По-моему, 405 это хороший, да? 2 года назад мы эти покупали. Давай, поехали, поехали, поехали. Я всегда покупала здесь сгущенку, смотрите. У нас в Швейцарии сгущенку не продают. Значит, мы возьмем сгущеночку. Давай. Ну что, все, мы закончили покупочки. Две тележки насобирали. Теперь самое сложное — это обратно все складывать. Ну, не было так дорого. Да нет, знаешь, ну, например, овощи и фрукты не такие уж дешевые, чем у нас. Да, это нет. Раньше было намного дешевле, если честно. Я хочу, вот. А вот что-то такое, допустим, вот эти вот супчики Ксюша захотела. Да, я хочу. Угу. Раньше было намного дешевле. И вот эти вот макароны, они все со скидкой были. Да, взяли. Это если скидки хорошие, то да, замечательно просто. А если без скидок, то в принципе не... То же самое, что и у нас в Швейцарии. Да. Поэтому все, убираем. 150 миллилитров. Она в ладошке помещается. А вот тут у тебя нет никаких, не влазит? На, держи, не знаю. Давайте осторожно только, ладно? Алло. Привет. Привет. Что ты не отвечаешь нам? WhatsApp! Чего? Ну, мы тебе, я тебе написала, а ты мне ничего не говоришь, не отвечаешь, не пишешь. Нет, ко мне ничего не пришло. Ну вот сейчас посмотришь сообщение. Сейчас, я просто играла. А, ну мы уже едем домой. Мирхавит Морхай! Мы уже домой едем. Домой. Ну да, потому что мы в 10 часов только с магазина вышли. Ладно, давай, через минут 40 будем. Давай. Ну я знаю, что скучно, нам тоже скучно, нам очень скучно. Ладно, давай, все, мы едем. Конечно, очень скучно. Поспи, отдохни. В тишине, представляешь? Печенюшки тут у нас, там еще сок остался. Спать хочешь, ты мой маленький. Пойдем спать. Пойдем, иди с Каролиной, заходи. Иди. На, отнеси печенюшечки. Давай, иди. А мы пока тут сумки перетаскаем. Сначала я была... Гуляла на улице? С Бонни? Потом я ее домой принесла. И опять гулять пошла? Да. Ты вытерла там то, что она написала? Так, ладно, будем разбирать. Нужно в отдельную сумку то, что я могу убрать в подвал. То, что не в холодильник. Это сюда можно. Да. И все. Мы еще вот такие вот патчи купили. Попробовать. Ну, фокус, ты где? Вот, такие вот разные золотые, фиолетовые и голубенькие. Все, закончили раскладывать. Тима, я могу. Целый. Потому что хочу рыбку. Так, вот такие вот батончики разные. Они стоили меньше евро, одна коробочка. А у нас мы здесь покупаем 3 с чем-то, по-моему. Ну, 2 с чем-то, да. Почти 3 франка. А здесь даже 1 евро там не стоит. Вот этот 88 центов стоил. Ого. Вот это им в школу можно. Ну, Максу нельзя, конечно, такое. Ну и девчонкам потом такие вот рисовые хлебцы. Они с белым шоколадом. И шоколадный. Чипсики. Там еще. Вот такие вот. Давай, все, спать ложимся. Карина, пойдем зубки чистить. Давай, я тоже устала уже. А зачем ты это доставал? Ты уже устал. Оставь вот туда все, положи. Вот в уголочек все сложи. Я завтра... Ну так ручками возьми, положи.
Он уже устал, все, когда устал, начинаются капризы. Ну, хорошо, пошли зубы чистить. Нет. Нет? Я хочу к папе домой. Ну, иди с папой спи, только зубки почисти сначала. Нет. Ну, как нет? Конфетки кушал? Кушал. Чипсы кушал. А зубки чистить надо. Ой, все. Я тоже уже не могу, я устала. Все, ребят, всем пока. Спокойной ночи. Все. Спокойной ночи.